2 ноября 2010 года ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений совершил освящение созданной по его благословению киностудии «Богослов». Расположенная в главном корпусе Московской духовной академии, киностудия «Богослов» является новым подразделением Центра информационных технологий академии. Киностудия «Богослов» оснащена современным оборудованием, обеспечивающим как студийную, так и выездную киносъемку, а также профессиональную запись и обработку звука. На студии работают выпускники ВГИКа и специалисты с опытом работы в кино и на телевидении. В октябре 2010 года киностудия «Богослов» дебютировала в Киеве на 8-м международном кинофестивале православного кино «Покров». Представленный на суд жюри анимационный фильм «Любовь» занял 3-е призовое место. А уже в декабре на 15-м международном фестивале «Радонеж», проходившем в Москве, фильм занял 1-е место в номинации «Лучший анимационный фильм». Однако приоритетным направлением деятельности киностудии «Богослов» является создание цикла учебных фильмов, которые будут интегрированы в учебный процесс духовных семинарий. В настоящее время на студии завершается производство 1-го образовательного фильма по каноническому праву. Фильм посвящен проблеме катехизации перед крещением. В студии также ведется регулярная съемка тематических передач, интервью и бесед с участием профессоров и гостей Академии. В ближайших планах киностудии «Богослов» — создание мультимедийных учебных пособий по патрологии, церковному искусству и библейской археологии.